Есть у меня давний-давний ролик про защиту дома от грызунов. В том видео я подробно рассматриваю вопросы защиты загородного дома от грызунов как на этапе нового строительства, так и при модернизации, обновлении ваших строений. С годами мой взгляд на эту проблему не изменился. Никаких грызунов в доме быть не должно. И все мои усилия были вознаграждены. Мышей в доме нет. Нет ни в стенах, ни в полах, ни в потолке. Однако не все так гладко, как хотелось изначально. Не все скрытые бреши в защите от мышей обнаружены и тщательно заделаны. И настойчивые мыши их выискивают и находят. Слишком велик соблазн обзавестись теплым гнездышком на всю зиму. Слабым местом оказался чердак. По своей невнимательности я оставил для доступа на чердак чуть ли не распахнутые настежь ворота. Перед тем, как монтировать на стены сайдинг, я закрепил на стенах в разных местах парочку толстых стальных прямоугольных труб, которые предназначались для заведения в дом различных электрических коммуникаций. Идут эти трубы от самой земли и выходят на чердак. Одну трубу я быстро забил кабелями, кабелями и проводами, а про другую забыл. И это был бесценный подарок для мышей. Пролезть вверх на 3 метра внутри пустой ржавой трубы для них не проблема. Не тяжелее, чем пролезть вверх внутри внешнего угла сайдинга. Обе таких операции они проделывают без особых усилий. Сомневаетесь? Тогда посмотрите вот это. Теплое гнездышко мышка обычно ищет с поздней осени. Чаще всего для того, чтобы вывести потомство. Летом мыши не лезут на чердак, слишком сложно каждый раз туда-сюда шастать. Так как я готовился к вторжению с самого начала, то на чердаке на второй год уже ставил клевые ловушки и миски с ядовитым зерном. А потом, после локализации места вторжения, поставил и видеокамеру с инфракрасной подсветкой. В этом году мышка попалась энергичная и одновременно осторожная. Все облазила, поела все отравленные зернышки. На дощечке с клеем и приманкой не лезла, чувствовала опасность. Но все равно финиш всегда бывает одним и тем же. Дернулась между дощечками, а там тонкие нити клея. Я успел намазать. Чуть зацепила, и все. Коготок увяз, пропадать и всей мышке. Теперь немного о других методах защиты. Чаще всего это различные отравы. Многие не применяют отравы, боясь запаха, который может появиться из-за разложения дохлых мышей. Эта проблема давно решена. Современные яды обессушивают отравленных мышей. Их трупики мумифицируются, и запаха практически нет. Рекомендую разместить в разных местах дома несколько контрольных точек, которые состоят из блюдечка с ядом и дощечки с мышиным клеем.